На заседании правительства также были приняты поправки в госпрограмму развития транспортной системы округа на ближайшие годы и период до 2030 года. Документ дополнен мероприятиями по предоставлению субсидий из регионального бюджета на возмещение части затрат на строительство или реконструкцию инженерных сетей и объектов транспортной инфраструктуры. А еще утвержден порядок предоставления выплат. В первую очередь это касается проектов российских железных дорог по обновлению вокзалов в Сургуте и Пытьяхе. По предварительным данным, размер субсидий составит 50 миллионов рублей. Это повышает качество обслуживания пассажиров, это увеличивает пропускную способность вокзалов, это повышает качество в первую очередь для маломобильной группы населения, потому что после реконструкции данные вокзалы будут 100% уже соответствовать всем современным требованиям по оборудованию и по доступности для маломобильных групп населения. Ну и, конечно, удобство для пассажиров в первую очередь также будет обеспечено.